И прямо сейчас, внимание, внимание, мы пойдем посплифимся. Пойдем посплифимся. Пора. Мне кажется, то, что действительно время пришло. 29 февраля. Каждый раунд. Внимание. Каждый раунд по 2900 рублей. 29 февраля бывает раз в 4 года. И это наш первый сплиф на 29 февраля. Именно поэтому абсолютно каждый победитель... сразу скажу то, что в данном сплифе не суммируются рейтинги. То есть даже если ты император сплифа, ты все равно выиграешь 2900. Если ты обычный игрок, то ты все равно выиграешь 2900. Чтобы вы понимали, раньше император мог выиграть 1000, а обычный игрок мог выиграть 500. А тут абсолютно все смогут выиграть 2900. Любой чувачок, любой игрочок, игрок, короче. Включить обратный отчет, и сейчас, как обычно, первый раунд — это TNT. Наша классика, наш самый первый раунд, как мы обычно и любим. Погнали. Сужение на два блока производим. Это, по сути, последнее сужение. Внимание, внимание! Победитель! Hello World! Поздравляю тебя, Hello World! О, точно! Мне тут еще говорят, типа, поставь гравитацию. Давайте так и сделаем. Включить гравитацию. Где она? Во! Надо ее уменьшить. Пусть будет 0,7. Сейчас люди будут прыгать чуть выше, можно даже еще чуть меньше сделать, 0,6. И прыжок будет, ну, хрен знает какой, я не могу прыгать, потому что я гейм-мод включил. У меня админка, на меня не распространяется. Можно 0,5 поставить, знаете, чтобы в два раза выше прыгать. Давайте посмотрим, как люди прыгают. И... ну, неплохо, по-моему, этого вполне себе достаточно. И большинство людей доберется до середины. И... песок душ... через 4, 3, 2, 1, поехали. Ох, посмотрим, что из этого получится. Типа, ты замедлен, замедлен, но при этом прыгаешь высоко. Неплохое такое сочетание. Да, надо не забыть про сужение. 13 блоков через 10 секунд, заполняем пространство. Еще заполняем пространство. Надо, чтобы сейчас все в середину шли. И бам. Все, все, кто... были по бокам, упали. Вообще, на самом деле, очень тупо то, что большинство людей не замечают вот этой полоски. Типа, сужение, прям перед тобой написано, а они все равно где-то по бокам бегают. Остается 6 претендентов. 5 претендентов. 4. О-о, как быстро. 3 претендента на победу. Назарчик, Рейтинг и The Dex. О, кстати, снова The Dex, привет. Ты в предыдущем раунде тоже был. Так, сужение. Сужение. И у них всего несколько блоков на двоих. Ой, нифига, что? Как он это сделал? Назарчик, красиво, красиво, молодец. Обалдеть, они еще не падают так долго. Я даже сейчас сам хочу проверить. Ну-ка, сколько падения производится? Секунд. Так, погнали, раз, два, три. Ну, это очень долго, это прям пипец. Но, тем не менее, я хочу. Да, именно так мы и сыграем. Ой-ой-ой, я вышел случайно. Фак, тупая гравитация, пусти меня на землю. Лёд. Вот лед теперь хочу. Мало того, что скользишь, так еще и всю карту можешь перепрыгнуть. Ха-ха, обалдеть. У меня на канале появились привилегии. Заинтересовал, тогда переходи по ссылке в описании. Эй, дружище. А, Иксемка, это ты. Че, ждешь, пока сужение будет, да? Ну, давай мы сейчас сделаем это самое сужение на 3 блока через 5 секунд. По-любому будет прыгать, да? Будешь прыгать? Прыгнул, молодец. О, привет, Зерю. Чё, как? Ты аккуратно, а то кто-нибудь тебя еще скинет. Еще сужение производим. Ой-ой-ой, прям дождь из мужиков. Ждем, пока некоторые попадают. Интересно, кто-нибудь здесь сейчас блок сломает? Что? Он просто взял и сам под собой поломал. И упал. Типа... ой, все...
все-все блоки сломали. Я даже не могу заполнить пространство. Я реально не могу заполнить пространство, потому что блоков нет. Так, ну этот у нас забагался, поэтому он не победил. Так, ладно, давайте тогда так. Я понимаю. Так вот, в заключение скажу одно. Убийство и сушителя без ничего.